Добрый день! Я хотел сказать, но меня что-то прорвало на смех, потому что с нами играет Женя, дядя Женя, и с нами играет Олег Брейн. И угадайте, во что мы играем. Ну, никогда в жизни не догадайтесь, что это игра. Никогда не догадайтесь, что это за игра. Это Battlefield, детка. Кто самый умный? Скажите. Блять, нет. Блять, Battlefield, ебать. Ебать! Давай, садись, блять. Садись, блядь, тёша! Женя, тебе к Петру придется сесть. Ехали, блядь, Тагил. Тагил, сука, Тагил, блядь. Хули, бля, елки падают, Алекс, там елка упала. Идем хвою понюхаем. Идем на рельсы. Петр, давай поднажми. Хули Петра так медленно едет? Скажи ему в голосовой чат. Хули ты так медленно едешь? Я ебал. Петро, блядь. Слышит, блин. Скажи Петру, ёпта. Петр первый, куда ты? Скажи Петруня, пусть быстрее едет. Быстрее едет. Алекс, там же бревна, Алекс. Алекс, а куда ты везешь нас? Я проспал в сторону карты, нормально, все так. Подожди, 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 там же конец карты. Не-не-не, вот там танк. Погил. Погил! Ой, танк, танк, смотри, правда танк. Нихуя. Завалили, блин, Петр дурак. Ах ты, сука, нет, говно. Стюлина, не-не-не-не-не, стой. Добей его, пожалуйста. Пожалуйста, добей его. Вы живы еще, да? Нет, я чувствую, что вы уже не живы. Алекс, добей его, у него 33% я ему оставил. Спит, падла ебаная, нахуй. Так надо прицел поменять. Блять, не-не-не, Олег Кореев дислоцируется скорее, сука, он, блядь, ко мне едет. А он меня убил. Ура, я вывел твой строй, скорее, Олег, сюда, блядь, дислоцируйся нахуй. Не могу, я в этом, блядь, на базе, ёпти. Нет, говно, он меня завалил, я не успел на ствол переключиться, падла, ну ладно. Нормально. Наши. Это наши, да, я хочу мотоцикл, какого хрена они их убивают? Мотоцикл, танк какой-нибудь, что-нибудь. Дебилы, ну. Чтобы их гуд. Чините, садись, пожалуйста. Взорвали. Садись. Давай. Ну чё, за чё они делают-то? Зачем? Ну зачем? Потом, не удивляйся, парень, который вот это вот взрывает и портит нет, нам игру. Ну что ж вы делаете-то, а? А всё, орёте-то, как-то мажет, как-то... Вон он пишет, смотри, я... блин, это не я, а кто, блядь, так, головка ну, отхуярит. Какой этом смысл-то? Скажите мне. Что, да. Да пускай едут, ну ладно, хрен да, с ними. Да, пускай едут сами, да. Вон враги, враги на базе, ребята, пометил. Вертолет, вертолет! Пометил врага на базе! Блядь, врага! Ебаный стыд, блядь, что происходит? Какого хуя вы там столпились? Гребаный дым, блядь. Кто устроил дымовуху, придурки? Кто это делал? Я нихуя не видел. Дым-то, блядь, просто кто-то пернул, блядь. Это как? Чей приехал? Это наш джип. Где? Какой джип? Я никаких джипов. Джип стоит, блядь. Нахуй, это не наш. Говно, тайпе. Сейчас давай. Вертолет летит, ребят. Я кого-то убил, ребят. Вертолет летит, ёб. Вертолет. Это не наш, блядь, или наш? Сука, я его разозлил в хлам. Ой. Просто, он слышишь? Где, Алекс, за тобой, слышишь? Как можно было так угорнуть? Да, я тут шкирю за контейнерами, короче говоря, тут очень слышно. Ребята, вы как, блядь... А, вертолёт! Блядь, где вертолёт, блядь? Гандоним его, Алекс, гандоним! Я перезарядка. Какого хуя? Я взял, блядь, горелку в руки, уйди нахуй горелку. Сейчас я... Подожди, где вертолёт? Горилку взял в руки, да? Хорошо, кстати говоря, я был бы не прочь. Женя, какой вертолет? Его сбили, что ли? Так я не танк, спереди танк. Какой нахуй танк? Петро возле меня катается, поехали, ребят, хули вы. Какой мотоцикл в дыму весь стоит. Мотоцикл в дыму. Вот это кто приехал? Это я приехал. Мотоцикл. О, Алекс сел, да? Нет, все, поехали. Так, ты имей в виду, Олег, у меня РПГ сзади, так что, блин. Женя, садись к Петру, ты сел? Смотри, там танк катается. Женька, садись к Петру, давай. Давай, давай, садись. Бля, чё блядь, ты сейчас? Блядь, ты сейчас убеги! Беги! Нахуй беги! А чё происходит-то? А тебя убили, походу. Завалил. Слушай, приехал. На свой завалил. Да нет, танк прямо перед лицом, блядь. Руки он тебя поставил перед этим. Рокки, слышь, ну что ж ты делаешь-то, дорогой мой? Все, я вывел его из строя. Быстрее, ребята, он на базе. Я тебя ёбнули, я что хотел на тебе сесть. Я ебал. На мне сесть.
Дабл совокупление. О, мне засчитали, я взорвал его. Два убийства, плюс еще взорвали. Дабл совокупление, блядь. Дабл совокупление. Совокуплейшн, блядь. Penetration. Double penetration. Overdrive. Максимум. Максимум. Вот когда... Максимум фанизма или как там говорил? Максимум долбоебизма. Ну а костюм, надо костюм. Включите максимум долбоебизма. Блядь, что происходит? Что? А кто куда? А где я? Я лежу под я под танком лежу. Блядь. Танк. Блядь, подождите, Алекс бегает впереди меня, это нормально? Как это футуристично смотрится? Так, подождите. Это... Не мой туалет, это хули, ёпта, я хочу так. Хули вы творите, ёблюдки? Воу-воу-воу. Где? Блять, мотоцикл! Блять, какой нахуй мотоцикл? Смотри! Справа едет! Едет! Бля, чего его? Поверни то! Направо будет тот, блять! Ты шо ж такое-то? Ёбнуться! Ебану! Блять, выходи! Ку-ку-ку, блять! Ку-ку-ку, ребята! Что мы сейчас не можем выехать? Мы вообще... Да, да! Это нормально. Наш флаг уносят, ребят! Куда он уносит? Куда его уносит? Блять, меня верните флаг. Мы с тобой 2 недели на базе провисели. Ой, я вспотел, блять, от ужаса. Ну какой с фонарем бегает? Что за фонарем? Где, куда? Да хмырь с фонарем. Вертолет опять, вертолет лежит. Олег, ты где? Я живу. Я здесь. Да, там где. Кто где? Блять. Ты где? Я здесь. Ребята, давайте в машину, короче, все, я жду вас. Battlefield здесь. Ребятки, садитесь, погоним. Давай, давай. Так, одного схватил. Блядь, я там сел к Петру Ивановичу. Алекс, давай машину. Давай машину. Давай. На машинке мы тебя ждем, давай. Если что, а где ты? Я тебе... А, вижу, вижу. Бегу, бегу, вижу вас. Ой-ой-ой, меня шмаляют. Давай, садись. Уху, быстрее. Сел. Отлично. Все, пацаки, едем. 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 Сейчас я вас сейчас привезу, ребят. Сейчас все будет. Сука, ничего, выпусти меня. Ребята, ребята, наводись, Женя, наводись, и там танк, ёпта. Женя, быстрее, Женя! Женя, блядь! Какого хуя? Женя, ну почему ты так? Это там было, мать ваша. Женя, ну почему, Женя? Ребята, от смеха наполовину не понимаешь, что вы говорите, половина вас сейчас. Мы играем в батлу, просто интересно. Я надеялся так, Жень. Поехали. Алекса, ждем, подожди, ждем, блядь. Подожди, а вертолета здесь не было? Алекс, я жду тебя. Блядь. Алекс, ты где? Мы ждем тебя. Блядь, ты погоди. Да он сядет, не могу! Какого хуя? А чё всё горит? А почему всё горит, ребят? Что-то происходит, я вижу. Ты сам себя, блядь, стрелять начал, как в Арзете. Да-да-да. Блядь. О. По канале. Кто? А кто-нибудь стрелять может? Я могу. Я могу. Но всё мимо пролетело. Аля, прави, в каньон давай. В каньон. Вот, охуенно. Вы на цифры меняй оружие. Я знаю. Да, я доведу. Поэтому вертолет, я не могу, ты как пьяный, блядь, сантехник, ёпта. Что случилось? Почему я ничего... Я вообще не понимаю, что происходит, просто, блядь. Все нахуй умерли. Жалко, жалко. Я говорю, на цифрах меняю. Я нажимаю на циферку, он нихуя не стреляет по нему. Блядь, стреляет, наводишь там, пи-пи-пи-пи-пи, начинает делать. Короче, я предлагаю пешим шагом. Давайте пешочком. Давай пешочком, да, что-то долговато, мы сейчас будем кататься здесь, так и не увидим никуда. Давайте как-то боку идем. Погоди, Джек! Мы даже с базы, блядь, не успеваем. Мы не можем, мы даже с базы не можем выехать. То есть Алекс, я думал, мы пешочком... Все настолько плохо, что мы не можем выехать. Давайте, кто в джипе сидит вместе со мной, нет? Я думал, мы пешком пойдем. Нахуй пешком. Поехали, у меня колеса, ёпта. Подожди, меня подхвати, я сзади бегу. На задним, задний ход. Петр съел, я ебал. Гони, Алекс, он тебе пишет. Гони, Алекс, быстрее, блядь. Садитесь, ёбаный в стене, где вы? Я сел. Петр вышел. Бля, я бегу. Какого хрена, блядь? Блин, Петр, это моя судьба просто. Я без него никуда не поеду. Он вышел, я тоже вышел. Алекс, почему машина взорвалась, когда я сел?
Это не первый случай, я тебе хочу сказать, потому что я купался в танке очень много раз. Где ты сидел? Ты меня хоть вот. Привет. Ребята, танк вражеский, все его видят. Где он? Это не враг. А, это наш. Прости, пошел. Он сразу спится, ну он же сейчас обратно вернется. Смотри, как он уехал быстро, да? Ты же наш танк был, да? Я не понял там сразу. Я не понял. Гони Алекс написано, да, в чате до сих пор. Гони Алекс. Гони Алекс. Пока музыка играет, а Алекс все бежит. Бежит вперед. Мы бежим. Вы где? Паника, у Алекса паника, где вы? Потерялся. Паника, а ничего такого, что мы еле-еле вышли с базы. Это нормально? Наконец-то, полпути прошли. Сейчас пешком. Так, хорошо. У нас пешая прогулка, нормально. У нас, блядь, курс по Battlefield, нахуй. Полис, блядь, стреляй. Блядь, смотри, там какой-то красный ебаный луч наверху. Это с этот, как он забыл, как называется? А, спаун или что там? Смаф или не смаф как-то. Да, хрень какая-то у них там. Я забыл, блядь, с головы вылез. Бля, меня ёбнули. Медики есть? Как так, как так? А кто тебя убил-то? Тут никого нет. Вот оттуда сверху, вот оттуда сверху. Снайпер, снайпер в кустах. Блять, в каких нахуй кустах? В кустах, кустах, снайпер, в кустах, снайпер. Кемпер, кемпер. Блять, убил. Че тебя, блять, ну что ж вы все сдохли-то? А я откуда, где я его вижу? А, да-да-да, в реке, короче. Пиздец какой. Сука, броневик угнали, ладно. Майнс путайн де со смерде, написали в чате. Со смерде, мерде. Мерде. Духас Рамштайн. Духас Нихт. Все, что мы знаем по-немецки, блядь. Вертолет летит! Вертолет, угадай его, нахуй! Я гадоню! Я пока переключаю, дебил! Алекс, бей его, пожалуйста, пожалуйста, Алекс. Как где собью-то его, блядь? Делаю, блядь, у меня РПГ в руках. Короче, надо джавелин брать. Поем его, блядь, слышишь, что гантоним? У тебя РПГ есть? У меня джавелинка есть. Бля, я с Петром сел. Чё-то как-то много, нас пробхавали уже, по ходу дела. Блять. Кто-то стреляет где-то. Вот, блять, это вертолет, я ебал. Переходи, переходи, у него же выйти с базы, вы чё? Ну чё, это как бы не смешно, знаете? Да, вообще-то да, согласен, это глупо. Это очень забавно, но мы так и не выйдем с базы за всю эту серию. Женя нашел сервер классный, мы даже с базы выйти не можем. Охуенный сервер. Охуенная пати. Так, всё, ребят, я беру джавелин и... Блять, а где? Поехали, садись, 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 садись. Ребята, а где я? Не надо, на него кто-то же навел. Я вышел, смотри, там мотик. Куда вы едете? Стопы. Где, кто, садится? Отлично, молодец. Это меня как Петр увез куда-то. В лесок куда-нибудь, и там тебя чпокнет, смотри. Он может. Петр уже ему 12 лет, хули ты. Там как у кого чпок, кто кого чпокнет, блядь. Бля, а почему я бегаю по кругу и смеюсь? Танк вражеский, хуячите. А нахуй. У меня джавелин навелась, но я не понял, она выстрелила или нет. Ой, там, тебя еще не это самого, нет? Еще в порядке пока. Я пока что. Ой, блядь. В лесочке. Возил нормально. Лесочки на том бережочке стоят. Бля, ребята, ну взорвите танк уже, ну. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Полетела, родная, полетела, блядь! Моя джавелинка полетела. Джавелин. Это джавелин. На-на-най-най. Нахрен ты на мотоцикл навелась, дура? Простите, охуели, наверное, от этих. Подождите, а в кого я стреляю? А, это я пустой мотоцикл. Это я, кого ты стреляешь? Это я джавелином ёбнул. А что это за хуйня у тебя в руках? Это джавелин, детка. Хуя тебе такая, да? Давай ты из этой, блядь, елды, сука. Я без проблем. Я без проблем, Алекс. А блядь, там какой-то хмырь по нашей базе бегает, хмырь бегает по базе. Народ, верчится. Да-да-да, есть, сейчас. Говно. Убейте, блядь, пожалуйста, нет, его. Нет. Еще раз. Убил. Я живой. Все нормально. Я живой. А можно еще раз оживить? Я родился. Я родился. Я родился заново.
Ребята, я, конечно, все понимаю, но может с базы все-таки пойдем как-то, а? Пойдем. Пойдемте по кустам справа. Не-не, Пашка, давай, давайте садим на мотик. Не надо садиться на мотик, это плохая. Там не надо пихарость. По кустам, там шмаль, блядь. Там школьники в кустах. Вон он бежит, смотрите, вон он. Школьники в кустах. Я убил его. Плохо, знаешь, это как-то очень сердито. Школьники в кустах, это плохо, правда. Да? Сейчас мы пойдем с тобой в кусты, и там нам дадут пизды. Вот как надо, блядь, сочинять нахуй на лету, ёпта. И свет, пиздец. Бегите, там мотоциклы сзади. Какой? Где? Тут никого нету, Алекс. Только что был. Сука, он на нашу базу ехал. Гандон какой, а? Тут нет никого. Да-да-да-да, это враг. Нет никого. Вертолет. Я Гандошу, где? Джавелинкой. Где? Я вижу. Помечаю. А, вижу. На, сука, на, ёпта. Метил, давай. Ну, стреляешь, Гандон не наводится. Джавелин! Ну ты хуйни из этой елты тут, здорово. Я не могу на тебя напасть. Где ты ее, блядь, вообще? Ты когда убираешь, ты не очень упрячешь, а? Это знаешь, это надо иглу было взять, наверное, по вертолету, да, по самолету? Иглу. Мы же гвоздь с тобой гаграли, да? Надо взять иглу, блядь. Хуйня видит, а? Блядь, это мы вертолет. Я стингер взял, ребята, стингером. Да нет у меня стингера, у меня... Все, я хуячу в него стингером, ждем. Падай, все, упал. Упал, да? Это ты его сбил, да? Нет, я только нацелился. Я не знаю, кто, мне не засчитали. Кто сбоку стреляет, короче, гафа. Ребята, вас, блядь, нам на базе ебашат уже как детей. Фух, я ж вспотеть с вами успел, блядь. Да, жарко очень стало. Народ, там враг ходит, блядь, вот он. По базе ходит? Сука, как не вовремя с этой ебаной перезарядкой, я хуею. Вижу врага за... Давай, Женя, давай. Ящиками, за ящиками. Говно в мотоцикле. Возвращайтесь нахуй на базу, я вас умоляю, нас делают. Блин, завалили. Идите на базу, мы не можем с базы выехать. Нас тут так делают, блядь, как детей, как щенков, блядь. Ну мы по угару же играем. Я с тобой, Олег. АДД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 D На базе? У него ник такой, АДДДДД. Я думал, ты заикаться стал. Вон он, убил этого АДДД. Живи. Ходит, смотри. Все, я убил АДДД. Давайте Гандоди. АДДД убил. Я АДДД убил. Как тупо звучит, пиздец, блядь. Мертв, да? АДДДД. Так, поехали, ребят. Кто живой? Алекса убили. Вертушка, давай. Блядь, ёхуё. Кто, где, кого кондошит? Падайте, хуи вы. Падайте, свинья, блядь. Я живой, бегаю пока. Падай, мать твою. Меня кто-то возродил, спасибо вам. Огромное вам, ребят, спасибо. Респектос. Респектос вам всем, да. Респектую всем, кто с нами делится чудесами. На 9 этаже. Это то же самое, что на 8, только этажом повыше. Алекс загнал, блядь. Теперь все знают, что Алекс слушает Гуфа. А он еще живой, да? Он всегда живой. Больше рэпа, мультик. Ребята, вон же, зарежьте его. Он же лежит вон, сука, на горе. Дай мой РПГ, сухуйся. Ему не больно, блядь? А где труп хотя бы? Он лежал нахуй на горе, а я его из РПГ. Надо было зарезать его, Алекс. Опа, на базе у нас бегает АДДДД опять. Мури, тварь, блядь. А ПВГДайка вернулась. Ребятка, тут еще один лежал, я его убил, короче. Снова на базе АБВГДайка бегает. Я возвращаюсь тогда на базу, потому что там плохо, походу, дело, да, Дима? Да, бегает АБВГДайка. Блин. Отлично. Нахуй, что происходит, мать твою? Так, я двоих снес, ребят, идем дальше. Я даже до базы не могу, блядь, добежать. Но я их вижу, их тут дохуя, правда. Ну, какого хрена? Тихо, где-то здесь он бегает. Давай, за контейнерами. Давай, мы сейчас вас... Давай. Если что, я сзади пока прикрою, давай. Вон он! Готов, троих снял, ребят. Погоди. Бегал тут, за контейнерами. Че, убил тебя? Вот он бегает между контейнерами. Ребят, красный. Вы на базе, что ли, еще тусите? Сейчас он тебя завалит. Мы на базе не можем, да, здесь АБВГДейка бегает. Я уже выбежал давно, трех убил. Вижу. Его ебали, да? Нет, живой АБВГДейка, живой. Живой еще? Живой, сейчас я на тебя заспауню, живи пока. Живи пока, живи. Я пиздец как, убил тварь, а. Что, на Олега? Я живой, спасибо. На Олега тогда спал. Нет, не может. Все, надо кончать эту серию, делаем коротенькие, информативные, полезные серии. Да, в следующей серии, видимо, будет еще больше мата, еще больше шуток. О, я 9 успел убить, ничего себе. Ну что, мы увидимся в следующей серии. С вами был Алекс Позитивный, дядь Женя и Олег Брейн. Да. Всем пока-пока. Всем пока.